тебя всегда здесь жду. И вот вы дождались, я снова в костюме слоника, и это неспроста, потому что вас ждет раздача слонов. Кто там в коридоре? Быстренько забегаем, рассаживайся по местам, больше всех везет 6-му, 7-му ряду, 4-е, 5-е места. Такая статистика, не знаю, откуда она взялась, как это работает, фиг его знает. Заходим быстрее, и сейчас мы без перерыва, чтобы вам тут вообще задохнуться, и значит, чтобы вы отсидели все свои 5-е точки, 6-е, 7-е. Мы со старых лауреатов перейдем на новых лауреатов, дипломантов и прочих, и будет всем хорошо, я думаю. Потерпим. Потерпим, и не такое. А я приглашаю на эту сцену волшебную руку, которая мне поможет разыгрывать. Нет, я сейчас ее за сцену достану. Владимир Тиунов, встречайте. Все согласны, что у него волшебная рука, а? Он мне кулак показывает. Не тебе, это я руку показываю. Так, у нас вот есть два волшебных конверта. Сейчас я потрясу. А тебе потом за помощь значок достанется. Смотри, давай, тяни. Все свернуты. А у тебя рука не влезет в этот конвертик. Да ладно. Влезет? Не влезет. Так, одну достал, это да? Что у нас? Ряд? Контролируйте. Ряд, наверное. Ряд. Номер ряда. Итак, номер ряда. Ре. Я. Д. Блин, началось. Три. Нифига себе. Так. Интрига. Ну, давай. Смотри. Так, перебежчики. Перебежчики прекратили. Давай. Так. А мы не дадим этим троим. Какие ушлые, а? Как, копай глубже. Так, что там у нас? Ай-яй-яй, вот так вот. Подмена происходит. Следите за руками и... Слушай, а я могу... Соврать? Да. И так. Да. Цифра такая хорошая. Цифра. Точки нет. Точки нет. Так вот. Точки нет. Сейчас эксперт по латинскому алфавиту приглашен на эту сцену. Все, специалист сказал. Давай, выдавай номер. Место 6-е. Пустое. Подеритесь. Так, я, может, у меня два приза найдется. Давайте. Два соседних места получает. Обачпок, что тут у нас? Ага, по сборнику. Выходим. Выходим. А это наш гость, собственно говоря. Я сам дойду. Да, сам дойдешь. Это пока еще не путевка, Игорь. Ты не расстраивайтесь сильно. Ты, это убираем, да? Нет, ну ряд-то оставим, а то... А место можно убрать. Все. Мне кажется, будет справедливо. Они уже с призами. Подумаешь, какая-то путевка, фигня. Так, номер места возвращаем? Нет, номер ряда возвращаем. А, точно. А место уже все. А, место все. Не, место возвращаем тоже. Как же, другой ряд это место уже не выиграет. Не даст, блин, вот... Все... Так, ну давайте тянем. Может быть, наверняка следующее-то будет разыгрываться путевка. Хотя, кто мне поверит в это? Ре, я, Д написан. Что ж такое? 14. Где там 14 ряд? Помашите нам ручка. А он занят весь, дети. Кто-то есть там на 14 ряд? Ну-ка, руками помахали все. Весь 14 ряд. Что-то мало у вас там. Они там есть. Давай, тяни уже. Что ты трясешь? Я не попадаю. Хорошо. Владимир Игоревич. Так. О, любимая цифра. 5. Да что ж такое? Вот все. Второй половине зала не везет, нифига. Иди сюда. Так, бегом. Пятый. Я думал, это путевка. А это не путевка. Ай-яй-яй-яй-яй. Как вам повезло. Как вам повезло? И этот замечательный календарь. Не везет мне в смерти. Саров. За этот год. Саров, уже на этот год, блин. Саров, да. Это наша Ривьера, да. Вот так вот у нас. Это район место, Ривьера это называется. Такое место, там никто. Там еще не живет никто. Не живет почти. Приезжайте. Кто тут живет? Покажите, поднимите руку, кто там живет. Да. Позавидуем. Там никто еще не живет. Не продали. Нет, я видел несколько. Да? Огни там есть, там кто-то где? Живет. Так, начинаем с ряда. Давай место начнем. С места. А то скукота. Скукота. Хоть какую-то интригу завесим. Так, место. Все остальные завидуйте. Ре.
Я. Ну что ж такое? Ага, наколол. 13 место. Классно. Наконец-то, наконец-то это половина. Да, что, половина. Что, осталось вытянуть второй ряд, да? Так. А можно не тянуть? Не тянуть? У тебя уже хорошо. Будем тянуть кота за хвост. И... Ре. Да что ж. О, это невозможно. Ладно, 11-й. 11-й ряд. О, как. Покажись-ка, иди ну, скорее иди сюда к нам. А, это ряд, да. 11-й ряд, 13-е место. Все, молодец. Иди, расскажешь, откуда ты вообще. Из Москвы. А как тебя зовут? Рима. Рима из Москвы. Сейчас волшебный чемодан, мы сейчас посмотрим. А вдруг путевка? Оч, оч, оч. Бабам. Ова. Какой-то медведь. А под медведем я смотрю, что тут у вас такое? Плеер, плеер, MP3 плеер. Фигня, конечно. Беспроигрышная лотерея имени слона. Все, поздравляем. Поздравляем, 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 поздравляем. А, кстати, медведь, знакомьтесь. Это как-то главный блогер нашего фестиваля, или как-то по-другому это называется, я не разбираюсь. Вот, он все время машет вот где-то там в блоге с фестиваля. И все ему завидуют, кто не успел попасть на наш фестиваль. Так, давай, ну мы закрываем коробочку, и у нас, значит, вот Владимир Игоревич. Все, я забрал пакетики себе. Давай, опасный так. Момент. Сейчас так, он место, да, запустит ручонку. Ну как я могу так говорить? Руку. Вот эту справедливую длань, которая сейчас... Так. Что, начнем с букв? Начнем. Первое место. И все так притихли сразу. Первое место вообще. Первое. Первое место. На первом месте, кстати, всегда сидят. Все-таки этой половине зала везет почему-то больше. Не знаю, как работать здесь. По идее, там должно быть вот здесь вот в середине. Леве все должно доставаться. Я помню, там Пуансона, там что-то там, да? О, 19-й ряд. 19-й ряд, покажитесь. Это предпоследний ряд. Места почти для поцелуев. Кто там? Кто там? Выходите на эту сцену. Ура! Кто там идет? Так. О, еще одна девушка. Девушка? А Ривьера у нас больше нет. Ишь ты, подишь ты. Подишь. Сейчас посмотрим, что там получилось у нас. Блин, опять я забыл. Да. Поколдуем, поколдуем. Чувых, вучих, вучих. Смотрите-ка, моя курточка нашлась. Отлично. Дари. Нет, курточку я дарить не буду. А под курточкой... смотрите-ка. Внезапно, действительно, путевка. Где ты? Сашке. Сашке дали путевку. Но это не просто путевка. Да. Мы подумали, и значит, путевка, раз, непередаваемая. Два, непродаваемая. Три. Даже если ты там весь из себя больной, в соплях, и все равно ты едешь на зимородок. Потому что она еще и целительная. Все, никуда ты прикладываешь к больному месту и едешь. Так, я подписываю путевку, награждается. Иди сюда, представляйся. Давай, на моей спине, на волшебной. На волшебной спине. Можно я напишу, вы не все равно не... Чего, я не справлюсь? Нет. Ну давай, пиши. Она сама подпишет. Дмитрий Матюшин, она пишет на путевке. Я почувствовал по воздуху там откуда-то из зала. Точно Матюшин пишет, видишь. Во, буква Ш пошла. Шуршавая какая-то. Так. Александра. Ну представься, до конца ты не до конца представилась. Откуда ты? Саша Климкович. Из Надежды. Из Надежды. Есть. Матюшин, мы тебя любим, но ты нехороший человек, редиска. Вот. Поздравляю. А говорят, хороший. Все, спасибо. Не зря я ушел. Спасибо, мы старались. Он говорит вам, до новых встреч. Все. Стул не забудь. Слон. Ну что, переходим к раздаче уже таких, этих самых, не разыгранных слонов, а заработанных, да? Но начнем мы пока с таких посторонних немножко предметов, как спорт, например, да? Сейчас мне дадут, или я сам возьму, я не знаю, скорее всего, сам. Спорт.
Чемпионат зимобола прошел успешно, я так понимаю. Что-то меня вдруг крайне выбрали. Я к зимоболу вообще никакого отношения не имею, кроме того, как что я на первом матче по зимоболу забил Матюшину 2 гола. Единственных из 20. Награждается победитель в игре «Зимобол» команда КСП «Надежда». Вот знал бы, не вышел бы. В составе Бусаров Юрий, Домащенко Дмитрий, Любимов Леонид, капитан Джек Воробей, Кубышкин Илья, Анисимов Алексей, Лексин Кирилл, Бабенков Сема, Звездкин Егор, Китяшвили Вадим Гуратыч. Тренер Дмитрий Матюшин. Тренера не надо. Вот. Ребята, я вас поздравляю. Вы наконец-то победили. Вот. Дима, нечестно победили? Все. Составы меняли, естественно, да? Да, все понятно. Кто капитан у вас? Держи. Джек Воробей. Очень приятно. Давно хотел познакомиться с Джеком Воробьем. Фотографируем. Значит, вам. И вот, это кофейничек. Спасибо. Спортсменам самое время кофе пить. Вот. Все, свободный. Давайте еще раз похлопаем. Все, 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 прошу. Вот. Ходил я тут на днях по магазинам, и что-то мне понравился такой спальничек хороший, рыженький такой. А где? Желтенький такой. Где он у меня, спальничек? Дайте мне спальничек мой. Вот. И решил я, что я его куплю и привезу на зимородок, и кому-нибудь, девчонке какой-нибудь красивый подарю. Вот. И во время конкурсного концерта я, так сказать, немножко почувствовал себя виноватым перед одним человеком, и решил ей вручить вот такой призочек. Дорошевская Вика есть в зале? Вот, есть. Вот. Теперь я до сих пор не знаю, из какого она города, но я знаю, что КСП «Четверг» из Санкт-Петербурга. Спасибо большое. И не надо было ржать так надо мной, Лёва. Вот, это тебе от меня лично подарочек, чтобы тебе было тепло в этом спальничке. Вот. Дорошевская Вика. Есть у нас Нина Трусова, очень большая рукодельница. Вообще тут ее что-то... Да, Юрьева. Теперь Юрьева. Проперла ее тут у нас накануне зимородка. Вот, сейчас я разберусь, у меня руков не хватает. Малышева надо звать обратно. Вот. И вот мы решили сделать такие из ее... Призы вообще... Ну, не призы, это просто вещи. Ручная работа. Вот. Вот такая кружка с зимородком, собственно говоря. Вот эта кружка вручается Леве Кузнецову за отличный звук и за вот, непокладание рук на звуке. Держи. Это вот Нина вот сидит, вот, и пакетик. Спасибо тебе, Лева. Надеюсь, ты про нас будешь помнить теперь каждый год, спасибо, беря эту кружку и говоря, надо ехать. Спасибо. Вот. Вот такие валеные варежки с зимородком. Вот. Но это явно на женскую руку. И я читаю здесь Аня, ну, естественно, Юрьева. И дописано, гениальный гимн «Зимородка». Анечка, спасибо тебе за гимн. И вот тебе вот эти вот варюшки. Можешь сразу надевать. Ну, я-то тут посредник, собственно говоря. Посредник совершенно бескорыстный, но тем не менее посредник. Нина все это делала. Вот такие. Можно подойти и сфотографироваться с этими варежками. Держи пакетик волшебный. Спасибо тебе, Анечка, большое. Вот такая картина с зимородком тоже. Кому она вручается? У нас есть очень хороший спонсор. Вот. Он зовется Сергей Коновалов, но его, наверное, в зале нет. Нету? Сережа, наверное, не приехал, скорее всего. Мы ему отвезем. Вот такая вот птичка уходит обратно в Саров. Улетает. Улетел. И еще одна кружка нашему тоже уже многолетнему спонсору, но тем не менее это не просто спонсор, он еще вот такая. Во. Так, это девочка. Там был мальчик.
А, да, это девочка. Девочка-птичка. Вот, она вручается Штыбу Максиму за великолепный мастер-класс по спасению тех, кто лежит на улицах. Спасибо, Макс. Ну и за все. За все спасибо, Макс. С Максом мы, если ты вспомнишь, когда ты первый раз на зимородок приехал? Сейчас скажу, это был 92-й год. Вот считайте. Я тоже практически первый, я второй раз был на зимородке, а он первый, в 92-м году. Вот. Ну, давайте похлопаем мне. Спасибо, спасибо, спасибо. Вот. И начинаем раздавать слонов уже, собственно говоря, за то, ради чего, ну, не ради чего, а вот что происходит на зимородке, собственно говоря. Итак, Сергеева Екатерина, КСП «Надежда», город Москва. Не слышу свиста, криков. Она у нас стала дипломантом в номинации «Исполнитель» в младшей весовой категории. Поздравляю. А она будет петь песню. Я так понимаю. Так, а где двое из ларца одинаковых с лица? Это я буду ставить? Займемся делом. Во! Один. Но самый главный. Шеф, дайте им, пожалуйста, Николай. Чего? Шеф, дайте им, пожалуйста. Зачем я Джеф? Его найти надо. Юрий Михайлик, Виктор Попов, «Сотворение чудес». О сотворении чудес совсем простое дело, беду руками отведу, улыбкой исцелю. Вот видишь, солнце вновь зашло, вот видишь, потеплело, не говоря уже о том, что я тебя люблю. Вот видишь, солнце вновь зашло, вот видишь, потеплело, не говоря уже о том, что я тебя люблю. Вот на лету в морском порту встречаются буксиры, носами тычутся в борта большому кораблю. И столько неба в вышине, и столько моря в мире, не говоря уже о том, что я тебя люблю. И столько неба в вышине, и столько моря в мире, не говоря уже о том, что я тебя люблю. Да только бы этих тополей с весеннею листвою вполне хватило б нам с тобой, чтоб выжить не скорбя. Одной травы синевы на 10 бед с лихвою, не говоря уже о том, что я люблю тебя. Одной травы синевы на 10 бед с лихвою, не говоря уже о том, что я люблю тебя. Пока над нами облака проходят островами, пока их красит в темный цвет багровая заря, еще для счастья на земле немало оснований, не говоря уже о том, нет, нет, не говоря. Еще для счастья на земле немало оснований, не говоря уже о том, нет, нет, не говоря. Награждается дипломант фестиваля в номинации «Исполнитель» младшая возрастная категория
Сергеева Екатерина, КСП «Надежда», Москва. Мне очень нравится эта песня, и я очень рад, что Катя так ее замечательно спела. Вот. Ждем новых песен. Катя, спасибо. А следующий слон уходит в Саров. А воспитанница ЮКАП «След» города Сарова Максимова Валерия, дипломант, исполнитель, младшая возрастная группа. Приветствую. Добрый вечер. Я хочу сейчас исполнить песню Сергея Никитина «Объяснение в любви». Мой друг, мой безумный, мой свет голубой, умчалась бы я в понедельник с тобой туда, где в классической синей ковбойке поет у костра синеглазый ковбой. Во вторник бы сделалась я мотыльком, тебя догнала бы на судне морском, на мачте бы я трепыхалась до гавра, а в гавре пошла бы за тобой босиком. И в среду не поздно, и в среду могла б умчаться туда, где растет баобаб. Могла бы я стать одуванчиком в среду, он чудно летает и духом не слаб. В четверг замечательно рухнуть в прибой и вынырнуть где-нибудь рядом с тобой. Ну, в солнечной Греции, в облачной Швеции обняться навек и смешаться с толпой. А в пятницу гуси летят, и лебеди тоже куда захотят. На лебеди гуси тебя догнала бы в попасах, где ветры, как воры, свистят. И даже в субботу не страшно ничуть пуститься в такой обольстительный путь. И шепотом в Лувре к тебе обратиться: я здесь и всегда, и везде, не забудь. Но мне в воскресенье приятнее всего в кофейне на Рейне, где много всего, за столик присесть с коварной подружкой. Гуляешь и ждешь меня меньше всего. Умчалась бы я за тобой в города, в попас и в прери, и в кое-куда. Но сколько селедок, картошек, петрушек кудыкнут, куда ты? Нет, я никуда. Я никуда. С большим удовольствием вручаю диплом дипломант фестиваля в номинации «Исполнитель», младшая возрастная категория, Максимы Валерии. Творческих успехов, новых песен! Я уж членом жюри не буду еще раз представлять, да, вы все знаете, что кто вручает призы. Мне тут сказали интригу соблюдать до конца, вызывать человека только вот по фамилии, имени, городу, клубу. И не говорить, кто он. Вот. Так что я выполняю, я же тут просто вот ведущий. А, Жилина Елена, город Москва, КСП «Надежда», на сцену. Где? А, вот. Пой пока. Я спою свою песню «Чарли». Посвящается Чарли Чаплину.
двухэтажными, трехэтажными, эпатажными всякими. С высоты небоскреба птичьего ты, возможно, похож на нищего, но отсюда со стороны на трагика. За душой лишь душа, оттого не гроша. Как ты это делаешь, как стоишь, как памятник разноздана, как будто назначен так стоять. Как ты это делаешь, как смеешься так, что обхохочешься, плачешь так, что хочется рыдать. Дирижаблями, водостоков, стальными жабрами, ораториями, академиями, архивами. С позиции индустрии и права частного ты, возможно, похож на несчастного, но отсюда со стороны на счастливого. За душой лишь душа, оттого не гроша. Как ты это делаешь? Назначен так стоять. Как ты это делаешь, как смеешься так, что обхохочешься, плачешь, что кто хочется рыдать. Полон город экипажами и автобусами двухэтажными, и нем не ты, не мы, твои сограждане. Как ты это делаешь, как стоишь, как памятник разноздана, как будто назначен так стоять. Как ты это делаешь, как смеешься так, что обхохочешься, плачешь так, что хочется рыдать. Я с удовольствием присоединяюсь к крикам «Браво!», потому что с Леной связана, в общем-то, детективная история на сегодняшнем «Зимородке», потому что, согласно нашему уставу «Зимородка», человек, который стал лауреатом, он не может повторно быть как бы нами номинирован. Но, понимаете, в чем дело получается, что мы сами себе создаем трудности, потому что представить, что Лена приезжает и не выступает на этой сцене, тоже тяжело. Хотя думаю, что фронт работы будет очень большой. Мне очень хочется пожелать ей, чтобы она всегда приезжала, выступала, делала мини-концерты и вот свой талант, свое яркое вот творчество нам дарила на нашем фестивале «Зимородок». И мы нашли такой вариант, что мы награждаем Лену спецпризом фестиваля за лучшую авторскую песню в конкурсном концерте фестиваля. Спасибо. Ура! Очень рад за тебя. Очень хочется, чтобы ты приезжала к нам. И ты еще на следующий год перейдешь в другую номинацию, и мы, думаю, начнем все сначала. Спасибо. Вот. Так что вот, удачи. А на сцену приглашается Скузоваткина Дарья, город Саров, КСП «Струна». Созвездия мелькают огнями, и трепет мелодий костра. Шум отдаленный, тьма между нами, обиженно ропчет листва. Как давно, прижавшись друг к другу, кружили под шепот сверчков. Отблески мелькали по лугу, как в зеркале наших зрачков. Спутник, как
будто бы трется с ней боком, касаясь нечаянно меня. Сотни лет планету все вертит, и песен об этом не счесть. Сделай вид, что ты меня встретишь, я сделаю вид, что ты есть. Сотни лет планету все вертит, и песен об этом не счесть. Сделай вид, что ты меня встретишь, я сделаю вид, что ты есть. Прекрасный голос, очаровательный совершенно, очаровательный образ. Дипломом фестиваля «Зимородок» в номинации «Автор» младшая возрастная категория награждается Скузаватскина Дарья. Очаровательная, обаятельная, талантливая. Удачи, да. Ура! А я что-то смотрю, тут один Саров дальше пошел. Какое счастье. Раньше вообще как бы Саровых мало было, а тут сейчас. Ух ты. Значит, город Саров, ЮКАП, след. Ансамбль, девчата. На сцену. Ребята, работаем. Юрий Висбор, «Месяц». Месяц спрятался за крыши, в тишине шаги звенят. Может, ты меня услышишь, может, ты поймешь меня. Облаков вечерних пятна набегают на зарю. Понятно, что я в песне говорю. Облаков вечерних пятна набегают на зарю. Неужели непонятно, что я в песне говорю? Подобрать так трудно сразу подходящие слова, потому что я ни разу никому их не сказал. Месяц крыш зарю снимает и спускается с небес. Эта песня, понимаешь, посвящается тебе. Месяц крыш зарю снимает и спускается с небес. Эта песня, понимаешь,
награждается дипломант фестиваля в номинации «Ансамбль. Младшая возрастная категория». Ансамбль «Девчата» в составе Александрова Анастасия, Антипова Мария, Городничева Мария, Зинина Татьяна, Максимова Валерия, Разумова Евгения, Соловьева Евгения, Тябина Надежда, юношеский клуб авторской песни «След. Город Саров». Ура! На сцену приглашается Храмова Анна, город Саров, КСП «Струна». Я сейчас решила исполнить песню, в принципе, из-за которой я и попала на «Зимородок», и, наверное, она на всю жизнь запомнится мне именно как такая путевка на бардовский фестиваль, и как-то какие-то свои личные эмоции с ней связаны. Песня Екатерины Руяткиной и Медведевой «Бледна осенняя земля». Дождаться первых теплых дней, дождаться света и воскреснуть, лететь к земле еще смелей, ибо и в небе будет тесно. Thank you.
не смог отказать себе в удовольствии самому вручить этой очаровательной девчонке и приз, и диплом, и все остальное. Диплом. Награждается дипломант фестиваля в номинации «Исполнитель», младшая возрастная категория, Храмова Аня. Вот, Ань, ну, кроме успехов и здоровья, что еще желать? Но я скажу откровенно, честно, плакал, сидел вот над песней. Жалко, что ты ее не спела второй раз. Ну, может, и не жалко, может, и хорошо. Вот, поздравляю тебя. Держи. Будешь лежать в спальнике и слушать плейлист. Спасибо. Сейчас, поздравляю. Так, поехали дальше. Штып Ирина, Санкт-Петербург. Здравствуйте. Я прочитаю два стихотворения. Одно называется «Аквамариновые дали». Аквамариновые дали слипались в дымку за окном. Колеса в тишине стреляли, смешавшись с ясным полотном. Мороз знакомит строчку с чудом. В ночь голубеет небосвод, а ветер письма шлет кому-то, пока не кончен этот год. И второе, оно так, обстановочку разрядить. Она детская очень. Называется «Листик бумаги нет». Нет крупными буквами в кавычках. Вы задумывались, дети? Ну, а если есть на свете лист такой бумаги нет? Надоело мыть паркет? Набираемся отваги, пишем буквы на бумаге. Получается паркет. Слово есть? Паркета нет, под ногами пустота, плотная, однако. Вот какая красота с этой нет бумагой. Только думай иногда, где найдешь бумагу, да, ну, паркет возвращать. Нас потряслась на этом фестивале эта юная леди. И диплом, которым награждается очень там, в номинации поэт самый младший возрастной категории, Штып Ирина из города Санкт-Петербурга. Она нас покорила стихотворением про безбашенные часы, которые многие из вас слышали, не все, конечно, но, думаю, вы потом прочтете его еще в книжках и, возможно, его включат в школьную программу. А сейчас мы благодарим это чудесное явление, то есть мироздание за это чудесное явление. Ирина Штып, запомните это имя. А еще у нее на плече сидит дракон. Видимо, они вдвоем сочиняют стихи. Да не иначе как. А на сцену приглашается Кондратов Юрий, город Санкт-Петербург. Звутим! Ну. Звутим, звутим! Добрый вечер. С вашего позволения спою другую песню, отличную от конкурсной. Это песня Никиты Дорофеева, называется «Анима». В темном тамбуре тепла, подуй на краешек стекла. И если куришь, закури. В вокзальный пластик и бетон вползает поезд, как питон.
с бандерлогами внутри. Из глубины очередей свой начиная репортаж. Нас, человеческих детей, судьба берет на карандаш. Нас, человеческих волчат, судьба возьмет в пиар-квадрат и в толстый впишет каталог. Слегка попробует на клык и выдаст новенький ярлык с удобным словом бандерлог. Да, наша жизнь — фотомонтаж, один огромный день сурка. Судьба берет на карандаш, сняв указательный с курка. Заради ран и синяков нас жизнь бросает, как сурков. Не поваляешь, не поешь, в любую сторону гребя, мир повторяет сам себя. Ну что ж, никто из нас не свеж. Мы едем, чувствуя спиной короткий клюв карандаша. С огромной раною сквозной, это душа, мой друг, душа. Спиной короткий клюв карандаша. С огромной раною сквозной, это душа, душа, мой друг. Спасибо. Чувством вручаю приз своему земляку. Это так приятно. И я знаю, как ребята много трудились и больших творческих успехов. Я очень рада, потому что я вот чувствую в Игоре, Юре, эту харизму, эту силу и возможность петь очень сильные вещи. Поэтому новых тебе песен, лично твоих, чтобы все узнавали тебя по ним. Успехов! Я так разволновалась. Диплом награждается диплом лауреата фестиваля в номинации «Исполнитель. Младшая возрастная категория» Кондратов Юрий. Город Санкт-Петербург. Лауреат. Звутим. Руководитель И здесь след Матюшина. А на сцену приглашается ансамбль КСП «Струна», город Саров, 2x2. Исполним вам песню, которая называется «Там дом». С автором мы, к сожалению, не знакомы, но я слышал, что он где-то на Зимородске. Поэтому, если... Представьтесь, пожалуйста. Thank you.
стерня, смерть ищет меня. Там, где пыда стерня, смерть ищет меня. Вот кровь бьет из груди, ты вся не выходи. Спасибо. Дорогие друзья, согласитесь, что не каждый день мы встречаем такие коллективы, которые вот очень интересно вообще построены по принципу 2 плюс 2. И вот мы просто очень счастливы тем, что они стали дипломантами нашего фестиваля в номинации «Ансамбли». И наш приз, он такой немножко умыслом таким. Джентльмены при дамах сидеть не могут, и потому два стульчика, которые сядут дамы, а мужчины будут настраивать свои гитары, чтобы спеть им свои романсы и признания в любви. Удачи вам, ребята, спасибо вам за ваш труд. Общался с ними на фестивале под диктовку «Дождя», научился мальчиков еле-еле различать, сейчас опять перепутал. А девочек даже не берусь. На сцену приглашается Скуратовский Сергей, город Нижний Новгород. Но громче! Что-то как хило как. Устали, что ли? Устали? Ну, Дима, да, Дима не устал. Добрый вечер. У меня есть для вас два стихотворения, вот, и в одном из них мне поможет Настя Абрамова.
Ты Данте читал? Спросила меня сумрачная лиса. Она нервно курила, никак не могла накуриться. Под моим языком теснятся стихи с илистым привкусом стикса. Я вижу мертвые лица в земле, я слышу их голоса. Бедный зверек, вечно изящная мордочка, маленький демон китайских мифов и русских сказок, трогает лапкой темную воду, а по воде той лодочка. Выбей меня из сразу, пожалуйста, единым движением, сразу выбей меня из рыжего лисьего тела. Выдохни паром, пеплом, луковым перегарищем. Моя душа сама себе остосмертела. А сны так и снятся, снятся, снятся пока еще. Сняться отсюда, лететь к твоему плечу, ласковым сиреном, поцелуем украденным, каплей дождя стекать в ключичную впадину. Но я просыпаюсь и что-то с просонья кричу. Второе стихотворение, вот по примеру предыдущего поэта, я, ну, чтобы разрядить обстановочку, да, вот, то же самое. Час пик, дожди, прочел до середины продуктов список я. Десятый раз, утратив правый путь во тьме долины, иду в магаз. Машины рассекают воды, десятка, будто утлый челн наперекор явлениям природы, пыхтит еще. Похоже, улица сия на Гранд-канал, о, млела от сравнения душа, а организм тем временем канал Вашан. Стою на переходе, о, лети, душа моя, к небесному престолу. Водитель крикнул что-то про гондолу. Почти. Спасибо. Диплом награждается лауреат фестиваля в номинации «Поэт. Старшая возрастная категория» Скуратовский Сергей, город Нижний Новгород. Надо и штука. Какая-то камера. Ура! Как прекрасно произносить это слово «город Саров». Еще приятнее произносить слово «КСП Струна». Мальцева Таисия! Что и на конкурсном концерте. Песни Елены Фроловой на стихи Софии Парнок. Ты выходишь из трамвая. Ты выходишь из трамвая, вся любимая. Ветер веет, напевая, вся любимая. Взгляд с ледников кафе.
указах, где им зно и зима. Ты, неся сладчайшую заразу, не больна сама. Ты, любовнику туманя разум, не сойдешь с ума. Все пять чувств ты опьяняешь сразу, вся любимая. Ты выходишь из трамвая, вся любимая. Ветер веет, напевая, вся любимая. Взгляды я не отрываю, вся любимая. И откуда ж ты такая, вся любимая? Дипломом фестиваля награждается Мальцева Таисия. В номинации «Исполнитель» она стала дипломантом фестиваля в младшей возрастной категории. И мы очень рады, и просто очаровала нас своей какой-то, мне кажется, такой тонкой культурой пения и вкусом своим. Я желаю больших творческих успехов и надеюсь, что и в поэтической номинации тоже будет движение успехов. Начало можете уже сами говорить. Город? КСП? Юрьев Алексей! Добрый вечер еще раз. Выяснил, что я своего рода тоже музыкант. Поэтому я хочу спеть очень простенькую, легкую песню «Белой гвардии», «Лирический герой» называется. И вот я стою на твоем пути, я тот, кто пришел из твоих стихов. Ты знаешь, я мог бы тебя спасти, но ты не выносишь высоких слов. Ты сочинила меня таким, ты выбрала этот медленный день. Мы стоим на причале большой реки, лицом к лицу, но я только тень. Я мог бы взять тебя на паром и плыть по течению в густой синеве, но ты зачеркнула меня пером, и я только образ в твоей голове. Но видишь, я под дождем промок, тогда поскорей прикоснись ко мне. Я принес тебе оттуда цветок, мне открылась тайна, я вышел вовне. И вот я стою на твоем пути, а я растерялся и снова молчу. И ты могла бы меня спасти, и это все, чего я хочу. В твоих стихах такая печаль и много цветов в зеленой траве. Мне очень жаль, мне ужасно жаль, но я только образ в твоей голове.
Сейчас я буду говорить добрые слова. Мы с Алексеем давно знакомы, и вот те года, которые вот я его наблюдаю на сцене непосредственно, он растет, он ищет, он не идет проторенной дорогой, и вот мне кажется, в этом пути есть то, что позволяет сказать, что он рано или поздно достигнет той точки, когда... Ой, что-то падает. Он поймет, что он достиг своего какого-то этапа и наметит себе другие цели. И я с удовольствием скажу, что он сегодня у нас дипломант вот, в разделе старшей возрастной категории номинации исполнитель Юрьев Алексей. КСП «Струна». Сейчас дальше в угадайки будем играть. Самый столичный город России. Да. Самый известный клуб столичного города России. Самый руководитель клуба. Вот, ладно. На сцену приглашается ансамбль этой самой «Надежды». Песню Булата Куджавы «Арбат». Награждается лауреат фестиваля в номинации «Ансамбль. Младшая возрастная категория». «Надежда» в составе Жилина Елена, Казакова Татьяна, Сергеева Екатерина, Чижикова Екатерина и примкнувшая к ним Рябцева Анна со скрипкой.
Где скрипка? Нет скрипки. А вот она. О, держи вместо скрипки. Еще поете? Да, мы сейчас это вот дополним еще людьми. И получится хор КСП «Надежда». Да, сейчас они выйдут. И будем уже завершаться. Это вот последний слон сейчас будет. Ну, в смысле хор. Мы споем песню Алексея Ващенко, Георгия Васильева. Гитара. Только так. Выйти на улицу всем сколько есть, и за душевную песню завесть. Пусть ни складушки, ни в латы, ни в так, но не по нотам, а так. Не кружись над головою, черный ворон, а кружись, шар голубой над головой. Вот бы по улицам и площадям дружно пройти, тушмаков не щадя, в маршевом ритме печатая шаг, только не в ногу, а так. Не кружись над головою, черный ворон, а кружись, шар голубой над головой. Вот бы собраться огромной толпой и дискутировать наперебой, чтоб уж излил душу каждый чудак, не по бумажке, а так. Не кружись над головою, черный ворон, а кружись, шар голубой над головой. Кепочки бы на бикрень заломить и сообща под лицом заклинить, дать им понять, что их дело табак, но не крикливо, а так. Не кружись над головою, черный ворон, а кружись, шар голубой над головой. Связь бы однажды в ненастную ночь, все превозмочь и друг дружке помочь, и разделить свой последний пятак, не по команде, а так. Не кружись над головою, черный ворон, а кружись, шар голубой над головой. С верной подружкой, кружкой в руке, с парою слов на любом языке. Доброе утро, бонжур, гутен так. И только так, только так. Жилина Елена, Казакова Татьяна, Ленькова Анна, Рябцева Анна, Сергеева Екатерина, Серебряная Юлия, Соболев Александр, Фомичева Екатерина, Чижикова Екатерина и Яровая Ольга. Вот эта творческая дружная семья по праву заслужила сегодня диплом, а он не пел. По праву заслужила диплом в младшей категории в номинации «Ансамбль». Поздравляю, кто у вас главная хозяйка?
Дмитрий Ватюшин. Удачи этому коллективу. Так, господа, слоны кончились. Осталось, ну, традиция такая достаточно печальная, попрощаться со всеми вами. И это мы будем делать сейчас всем оргкомитетом. Я хочу позвать наш оргкомитет на сцену. Всех, кто принимал участие в организации фестиваля. Анечка, выходи. Что-то у меня тут не получается. Да, вот они, те работники невидимого фронта, кто сделал вот этот вот праздник. Давайте мы им похлопаем. Я думаю, никому нареканий нет. Я сейчас еще раз попробую представить, не ошибившись, как я сделал это с Ниной. Нина, прости меня. А мы уже все породнились. А породнились, да. Все. Итак, я представляю Александр Широких. Мама Оля, Ольга Желтышева, Аня Юрьева, Варежков, Настя Кличко, Андрей Волков, Нина Турусова, я не вижу, Катя, уйди от микрофона пока, Катя, вот, да, в рядочек встаньте, Роман Акимов, Дарина Литвинова, Андрей Малышев, Александра Турусова, Екатерина Рахтова, Татьяна Печегина, Владимир Тиунов. Ну и по традиции мы сначала поем гимн. Можно к микрофону? Теперь можно, к микрофонам нужно! Сестру позову на сцену. Ниночка, выйди, пожалуйста, солнце мое. Нина Филимонова. Она нам очень помогала. Да, Нина. Не, ну... Фестиваль наш, и поэтому мы все работали, и в жюри сидели люди, и концерты вели, и за пультами сидели. Вот. Пока вспомнил, давайте еще раз Леву Кузнецову поблагодарим. Вот точно боец невидимого фронта, я даже про него забыл, он спрятался за двумя камерами. Роман Турусов! Все качественное видео последние 4 или 5 лет, выкладываемое на нашем сайте, это творчество Романа. Спасибо, Ром. И... А что у меня не звучит? Похвалили. Громкость прибавит, может, там? Нет, здесь громкость нормальная. За него плату отключили. За него плату, да. Давай. Зря похвалил. Крепчающих морозов приезжает отовсюду удивительный народ. Здесь звучат такие песни, их поют такие люди, что забудешь вмиг причины всех болезней и невзгод. Там, где береза свои косы разбросала, там, где до неба сосны мачтами встают, там, где впервые твоя песня прозвучала, знай, тебя всегда здесь ждут. И неважно, кто ты в жизни, инженер, студент, начальник, молод, стар, женат или холост, беден ты или богат, скорей возьми гитару, спой, чем ты
живешь и дышишь, вот тогда мы и посмотрим, бард ты нам или не бард там, где береза свои косы разбросала там, где до неба сосны мачтами встают, там, где впервые твоя песня прозвучала, знай, тебя всегда здесь ждут. Сотни песен перепеты в холлах, комнатах и залах, голоса давно охрипли и ужасно тянет спать, но родных друзей улыбки и тепло сердец горячих ни на что не променяю. Через год вас будем ждать там, где береза свои косы разбросала, там, где до неба сосны мачтами встают, там, где впервые твоя песня прозвучала, знай, тебя всегда здесь ждут, там, где береза свои косы разбросала, там, где до неба сосны мачтами встают, там, где впервые твоя песня прозвучала, знай, тебя всегда здесь жду, знай, тебя всегда здесь жду, знай, тебя всегда здесь. А теперь я приглашаю на сцену членов жюри, всех наших помощников. Дима Матюшин выходит тоже к нам. Бери гитару. Я тебе свою дам, Дима, свою. Ты на ней сегодня в этот раз еще не играл. Да, уже? Нет, гитара. А, выбирал, да. Да, нет. Выбирал, клуб струна на сцену. Говорю, бежим, бежим, скорее, скорее, скорее. Ну, дядя Валя, иди к нам скорее. Давай, давай. Дядя Валя. Ну, в общем, заходите все сразу. Дядя Валя! Дядя Валя! Дядя Валя! Дядя Валя! Дядя Валя! Дядя Валя! А где у нас клуб «След»? Где у нас Елена Валентиновна, Наталья Михайловна? Наталья Михайловна! Елена Валентиновна! Разбросала косы русые береза, раскраснелись щеки сильного мороза, дым над крышей
Коломенский не вышел. Двоечник. Иди к нам. Спасибо всем огромное! И в городе Саров может стать на одного жителя больше, поскольку посеяна барсетка с документами, деньгами и всем на имя Менчуковой Валерии Дмитриевны. Найдите меня, пожалуйста, или Тиунову передайте. Спасибо. Оставайся, Валерия! Пусть остается, нам не жалко, что. У меня тут рядом дом. Спасибо вам огромное за то, что приехали. Спасибо вам огромное за то, что приехали. Спасибо всем огромное!